Ну вот и come together. Давай. Кто взял молоточек? С собой. Joan was classical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, 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 oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Pictures getting ready to go. A knock comes on the door. Silver hammer came down upon his head.
dirty one, can't record a dirty one. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Oh, 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 oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free. Maxwell must go free. The judge does not agree, and he tells them so. Oh, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a noise comes from behind. Следующая песня называется «Милая моя», и поет ее не Андрей Губин. Следующий номер будет не менее зажигательным, поскольку исполнять его будет наша барабанная плеяда. Николай Денисов, перкуссия. Прошу, Николай Денисов. В каждом альбоме Beatles есть перкуссия в гораздо больших количествах, чем мы догадываемся. И Коля знает об этом все.
Это герметичная, глубинная вещь, которая создает очень важный элемент атмосферы. Николай Денисов, дорогие! Ну и, конечно же, Андрей Шатуновский. Ну, я не знаю, надо ли представлять вообще. Девушки могут представить его голым в душе. Я думаю, ему будет приятно. Но, в общем, это человек, который 15 лет, например, проиграл с Аллой Пугачевой. Вряд ли кто этим может похвастаться в зале, да и на сцене тоже. Ну, из нас. Вот, но мало того, они еще иногда и поют, прикиньте. I like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. Исключительные вокальные номера не заканчиваются, потому что совсем сейчас, совсем скоро, совсем сейчас на сцену выйдет нам помочь с одной центровой песней альбома «Берот». Выйдет никто иной, как уже хорошо известный вам, как минимум по сегодняшнему вечеру, Сергей Гутсан, дорогие друзья. Сережа, 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 Сережа. Ну что, here comes Гутсан или не here comes Гутсан? Вот молодец, конечно. Но придется нам немножечко подождать, потому что никто не умеет петь эту песню так проникновенно, как он. Казалось бы, 7 строчек текста, да, по-моему? Сейчас мы для вас чуть-чуть медитнем для настроения. Сергей Гутсан!
comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's alright. Нас тут, конечно, поющих немало на сцене, но без вас мы сейчас не справимся. Thank you.
Ну, теперь о вещах более приземленных. Семен Лепешкин, бас-гитара. Thank you.
зеленый зонтик. Questo obbligato tanto mucho che capite caro se. Me, Mr. Mustard sleeps in a box shape. Сергей Зheludkov, клавишные, дорогие друзья. Рояли оркестра, если надо, муги и фаготы. Once there was a way to get back home right.
lost his way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And now we'll sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smiles awake you when you rise. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Once there's a way. There was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Boy, you're gonna carry that weight, carry that weight a long time. We'll be right back.
to say. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Спасибо, родные. Андрей Шатуновский, ударная. Олечка Лисикова, бэк-вокал. Серега Зheludkov, клавиши. Серега Roschupkin, гитара, лид. Семен Лепешкин, бас. Коля Денисов, перкуссия. Это было Берроупс, это были Зебра Бэнд для вас на чудесном, фантастическом, теплейшем, ламповейшем фестивале 1969 Fest. Спасибо вам, родные, это было очень трогательно. Друзья! Стой, стой! Но мы, конечно, слушаем ушами, но мы слушаем немножко глазами. Мне хотелось бы отдельным пунктом нашего мероприятия отметить чудесного волшебницу видеоряда Анечку Якубову, окей? Это наша картинка. Это ее картинка. Друзья, а теперь я попрошу тишину, тишину, тишину. А я предупреждал, что это гениальное произведение ускорения человечества. Эмиру, The Beatles, Happy!